закручивал мяч. А это снова момент. Ковалев 1-1. 17-я минута. Цифры на табло сравниваются. Антон Ковалев приложился здесь к мячу и поразил ворота Артема Денисенко. Денисенко, ну а мы видим повтор. Возможно, коснулся мяч там ноги Егора Троякова. И да, на повторе мы видим, что было все-таки касание. Но это не умаляет заслуг Антона Ковалева. 1-1 становятся цифры.